По многочисленным просьбам моих подписчиков я делаю это видео. Артрит, артроз и прочие заболевания суставов в первую очередь лечатся при строгом соблюдении диеты. Нужно отказаться от соли и газировки. Ввести в рацион жирную рыбу, например, форель, тунец, сельдь, скумбрия, лососевые виды рыб. Также вводим бобовые, это фасоль, арахис и горох. Оливковое масло или масло из плодов авокадо или грецкого ореха, кому что доступно. Апельсины, вишня, гранат, молочные продукты, зеленый чай, цельнозерновые злаки, коричневый рис, брокколи, брюссельская капуста и чеснок. Все вышеперечисленные продукты способствуют восстановлению хряща. Лечение лопухом должно проводиться курсами по 2 недели, 2-3-кратно. Компресс из листьев лопуха – это самый простой вариант. 5 штук листьев помыть, просушить, сложить друг на друга, подстучать по ним тупой частью ножа, чтобы появился сок. И для большего эффекта нужно нагреть, например, на сухой сковороде. Перед наложением компресса на сустав его поверхность необходимо смазать растительным маслом. Наложив листья, сверху разместить сухую чистую ткань и укутать. Никаких полиэтиленов. Компресс делается вечером перед сном и остается на суставе всю ночь. Далее настойка из корня лопуха эффективно дополнит лечение. Готовить ее нужно следующим образом. 1 столовая ложка измельченного корня лопуха заливается водкой из расчета 250 граммов и настаивается неделю в сухом и темном месте. Ежедневно настойку нужно встряхивать. Процедить и принимать 3 раза в день по 1 столовой ложке. Перерыв между курсами 2-3 недели. Масло из репейника также очень эффективно в деле лечения заболеваний суставов. Для его приготовления понадобится корень лопуха и оливковое масло. Корень прокрутить в мясорубке, залить маслом в соотношении 2 к 1. Состав поместить в стеклянную емкость и убрать в холодильник, закрыв крышкой. Когда мазь станет густой, ее можно будет использовать. Эта мазь поможет избавиться от боли и воспаления и вернет нормальную двигательную функцию. Также лечить артрит и артрозы можно при помощи порошка из корня лопуха. Пол столовой ложки смешать с полстаканом воды и принимать 3 раза в день. Можно добавить мед. Но такой курс лечения будет длиться уже 2 месяца. Про лопух я знаю много. Если интересно, подпишись.